Выставка конкурса «Рисуем радугу Кузбасса» – один из самых масштабных в области. Раз в 4 года свои работы представляют самые талантливые юные художники Кемеровской области. В этом году, прежде чем определить лучших, жюри оценили 905 работ, более 350 участников. Победителями стали 110 из них. Награды в стенах детской художественной школы номер 4 имени Шундулиди получили представители каждой школы. На протяжении последних 20 лет вот выставка-конкурс неизменно проходит в детской художественной школе номер 4 имени Шантулиди города Ленинск-Кузнецкий. Мы выражаем искреннюю признательность директору школы Светлане Михайловне Чертанцевой за сотрудничество. Мы выражаем искреннюю признательность Управлению культуры администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа за поддержку одного из масштабнейших мероприятий, направленных на поиск и выявление юных одаренных художников Кузбасса. 39 художников из Ленинска-Кузнецкого приняли участие в этом конкурсе. 22 стали победителями. Учитывая важность, наверное, этого мероприятия в преддверии 300-летия Кузбасса, поэтому и тематика была выбрана как раз посвященную Кузбассу. Всевозможные здесь рисунки, начиная от каких-то городских тем, заканчивая семейными, поэтому можно сказать, что земля Кузбасса талантлива, и очень много юных у нас талантов ребят, которые вот сегодня представили такие прекрасные работы. Гран-при 16-й выставки конкурса «Рисуем радугу Кузбасса» стала Елена Афанасьева, ученица детской художественной школы номер 8 Прокопьевска. В конкурсе участвовала ее дипломная работа – серия графических картин, рассказывающая о нелегком жизненном пути, который пришлось пройти семье девочки в 2014 году, прежде чем семья нашла новый дом. Награду получила преподаватель Елены Надежда Борецкая. Работа у нас появилась благодаря, наверное, таким обстоятельствам, которые иногда случаются в жизни. Девочка у нас приехала из Украины как раз в 2014 году. Они сорвались в какой-то момент и поехали. Конечно, сначала они приехали в Москву, в Санкт-Петербург, ну и каким-то образом все-таки добрались до города Прокопьевска. Ну и вот эта тема как раз, она и, в общем-то, стала основой для дипломной работы. Это дипломная работа Елены Афанасьевой. У нас было очень много эскизов, мы разрабатывали, чтобы понимали, прежде чем выполнить вот столько работ. Тут у нас 5 работ, и так вроде кажется объем очень большой. Эскизов было, ну, чтобы понимали, наверное, несколько папок формата А4 мы точно извели. И это были и эскизы карандашные. И тема у нас периодически там менялась, она развивалась. Впоследствии, конечно, вот в это вылилось. И плюс у нас были эскизы, также выполнены тушью пером. То есть, ну, проделано очень много работы. Выставка работ победителей конкурса будет работать в художественной школе. Они попадут в коллекцию губернаторского культурного центра «Юное дарование Кузбасса» и пополнят экспозиции областных передвижных выставок, а также станут основой многочисленных виртуальных показов на сайте «Юное дарование Кузбасса». Мария Силантьева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.